Всем привет, с вами Стас, это коллапс с подписчиком. Сегодня у нас Кида Лейзер и гигантское спасибо всем, кто прислал мне свои проекты на почту. Ссылка, как прислать мне проект на коллап, будет в описании. И очень важно, напишите, пожалуйста, в комментариях, на какую тему вы хотели бы видеть коллап. То есть, на какую тему вы хотели бы видеть видео, в котором я буду делать коллапс с подписчиком, потому что у нас трэп. Я понимаю, он, может быть, вам чуть-чуть надоел. Если не надоел, тоже можете написать об этом в комментариях. И как только этот ролик соберет 1500 лайков, я тут же сяду снимать продолжение. Надеюсь, это видео вам понравится, давайте уже приступим. Все, что использовал Кида Лейзер у себя в проекте, у меня уже было. Итак, давайте посмотрим на проект. Вот так он звучит. Самое печальное в этом проекте это то, что бас не в тон к основной мелодии, при том, что мелодия хороша, это красивые аккорды и вот довольно интересная партия. При том, что тут интересная партия флейты, она действительно очень здорово звучит. В общем, бит звучит довольно легко, но ударные очень загруженные. То есть вот этой легкости немножко не хватает. С этим мы тоже, конечно же, поработаем. Сначала для удобства создадим копию того, что уже есть в плейлисте. Затем укоротим паттерн флейты так, чтобы она обрывалась вместе с ударом снера. Так звучит круче. Теперь копируем бас и переносим его в новый паттерн. Проверяем, правильно ли выставлена его корневая нота, это D-sharp, она же Re dies. Да, все верно. Копируем в этот же паттерн главные аккорды и дублируем с помощью Ctrl-B, чтобы они были такой же длины, как и бас. Далее просто переносим ноты баса на корневые ноты аккордов, ориентируясь по Ghost Channel. Создаем слайд-ноты, чтобы бас всегда был на корневой ноте аккорда, и переносим все выше на пару октав, чтобы все звучало нормально. Нам точно не нужно, чтобы бас звучал слишком низко. В общем, бас мы исправили, вот он. Если мы сейчас его заменим, то звучать будет уже получше. Вообще, когда бас не в тон, это портит весь минус. То есть даже как бы он круто не звучал, если вдруг бас мимо тональности мелодии, то это абсолютно все портит. Важный момент. У нас тут использована фишка, про которую я не сказал вначале, это развернутый кик. Ну, довольно прикольно. Что мы с этим сделаем? Нам нужно подрезать бас в тех местах, где звучит этот самый подрезанный кик. И вот так вот разместим здесь плейлист, а здесь разместим пиано-ролл с нашим басом. Теперь мы вводим по вот этой черной полосе и видим, в каком месте у нас расположен курсор. То есть мы подрезаем здесь, и мы подрезаем именно то место, где у нас развернутый кик. Мы можем это приблизить, и вот видим. Вот такая вот ерунда. К флейте, колокольчику и пианино я добавлю свои звуки. Это арп из электро. Говорят, что скоро Роскомнадзор заблокирует арпы, потому что они слишком читерные. Еще из электро мы возьмем атмосферный пэд, просто обычный пэд. Также нам понадобится церковный хор в качестве хита в начале, и к нему же прилейерим звук из библы Exhale для контакта. Это супер крутая библа, которая содержит кучу всяких вокальных звуков. Также я сделаю свой ударный паттерн, для этого берем 808, пару хэтов и снэр. Еще одна важная штука перед тем, как мы начнем добавлять уже новые мелодии. Вот смотрите, здесь есть реверб. Я думаю, что его стоит отключить, потому что дело в том, есть свой реверб и свой дилей у этого звука, и не особо-то и нужен нам дополнительный фрути реверб. Поэтому давайте на всех плагинах его отключим, так и на пиано его и не было. Пропишем пэд. Это самое простое. Он будет дублировать басовую ноту аккордов. Так же, как и с басом, переносим некоторые на октаву вверх, чтобы избежать резких скачков по тону. И еще к этим ноткам мы добавим интервальчики, опять же ориентируясь по ноткам из аккордов. Копируем все это в наш госпел и жмем Shift-D, чтобы сократить нотки. И убираем звуки из начала второго и четвертого такта, ну и из шестого и восьмого. Копируем все это в Exhale и получаем прикольный лейер. Теперь выделяем все басовые нотки аккордов из пэда и перекидываем их в арп, чтобы в нем уже запилить более ритмическую партию. Там тоже все просто. В первом такте звук идет не сначала, а во втором сначала, и так они чередуются. Теперь копируем партию кика и перекидываем в паттерн с моими звуками на 808 бас. Он будет в точности ее повторять. Продлеваем и идем настраивать envelope. Все на минимум, а дикеем контролируем длину звука. Еще добавим дилея и атаки, чтобы оставить место под кик. Далее, так же как и все остальное, просто распихиваем по басовым нотам аккордов, а там где одна нота налезает на другую, ставим слайды, чтобы это компенсировать.
вроде бы прикольно звучит. Если вам вдруг непонятно, что я сделал, то на самом деле все очень просто. У нас все здесь построено по корневым нотам вот этих аккордов. В том числе по ним же я построил и бас. Вот в этом месте у нас меняется корневая нота, вы можете это видеть. То есть здесь корневая нота ля, а здесь уже соль диез. И бас должен измениться на полтона. И для этого у нас здесь стоит слайд нота. То есть она аккуратно опускает бас на полтона вниз. Все остальное тоже у нас построено по корневым нотам этого аккорда. Теперь мои ударные. Партия снера простейшая. Партию хэтов делаем супер простой, а потом добавим ускорений. Все ускорения делаем на третях и переносим их на пару полутонов вниз. Дублируем все это на вторую половину и шифтом и стрелкой двигаем все еще на пару полутонов вниз. Выделяем все ускорения и копируем их во второй хай-хет. Только смотрим, чтобы нотки совпадали, а то они, бывает, съезжают при таком копировании. Теперь перейдем в редактирование панорамы и зададим для всех пробежек небольшое движение влево и вправо. Переименуем все звуки так, чтобы их названия были короче, и отправим все это на микшер с помощью Ctrl-Shift-L. Также туда же отправим инструменты и расположим их рядом с уже существующими инструментами с помощью кнопки Alt и стрелок. Теперь разбросаем все это по паттернам и перекинем в плейлист. Теперь почти что самое важное. Нужно почистить ваншоты, если это необходимо. Именно так, как этот open head. Крутим продолжительность, чтобы убрать тишину. Крутим out, чтобы подобрать хвост. И так для всех звуков. Еще крайне важно везде включить cut itself, чтобы звуки не налезали сами на себя. Вот такой вот у нас предварительный результат. Время групповых каналов. Сначала создадим канал со всеми инструментами. Затем создадим канал со всеми ударными кида лейзера, кроме 808 и кика. Назовем его Other Drums 1. Затем канал из моих ударных, кроме 808, и это будет Other Drums 2. Теперь создадим канал с киком и 808. Затем канал с эффектами типа сирены и другими звуками из плейлиста. Далее объединим все это в общий канал с ударными и добавим туда еще и мой 808 бас. Дадим ему яркий красный красивый цвет и перетащим к каналу со всеми инструментами для удобства. Теперь увлекательная эквализация всех инструментов. Как обычно, все сводится к тому, чтобы аккуратно отпилить то, что не нужно. То есть почти везде мы подрезаем низ. А иногда и вверх. В случае с пиано это еще и немного нижнюю середину, чтобы убавить эффект присутствия и чуть-чуть отдалить звук. И также еще довольно важный момент — это сочетание звучания bells и пиано. То есть мы их слушаем отдельно. И они как бы немного сливаются. Дело в том, что они примерно звучат, ну, в похожей стереобазе. Ни пиано, ни белс не шире и не уже значительно, чем другой. Если мы послушаем их в моно, то они различимы, они не сливаются, но хочется какой-то большей разницы. И поэтому я хочу расширить белс. Поэтому включим Save Bass и долбанем расширение. Причем именно расширение не такого, что стерео шейпера, а именно вот этой ручки громкости сайд-составляющей, грубо говоря, вот с помощью A1 Stereo Control. Как-то так. То есть без него и с ним. Разница есть. Вот и все. Это, кстати, довольно сильное значение, 170%. Очень редко, скажем так, я прибегаю к таким резким изменениям. Но тут это было необходимо. Теперь пройдемся эквалайзером по всем ударным с канала Other Drums 1. Самое главное, мы подрежем середину и низ у хай-хет лупа. Он сильнее всех загрязняет звук. У остальных просто отпилим чуток ненужного низа. Самое главное, не перестараться, иначе из минуса уйдет вся жизнь и весь жир. Теперь накинем центр стерео на Other Drums 1. Настройки, как обычно, low на центр, high на sides, punch на центр. Ну и чуток добавим громкости side составляющей. Отпилим низ у госпела с эксхейлом. С ними нужно осторожно, так что очень много не срезаем.
Вот так звучит предварительный итог. По-моему, очень неплохо. Пришло время моего любимого J37 на инструментах. Мой типичный пресет, и не забываем убавить нойз. Далее накинем центр стерео и добавим сайда. Все остальные настройки такие же, как обычно. Поскольку от арпа и пэда нам не нужно какого-то жирного жира, мы можем срезать у них побольше низа. С пэдом еще интереснее. Ему мы добавим верха и накинем на него Сатурн, чтобы этот самый верх немного подогреть. Ставим кроссовер и крутим сатурацию именно высоких частот. На свой 808 я повесил Camel Crusher со стандартным пресетом. Немного покрутим компрессию, но чтобы звук стал мягко перегруженным, а не пердящим, нужно убавить velocity самого баса в пианороле, таким образом уменьшив входной уровень сигнала в Camel Crusher. Еще мы немного добавим стереорасширение басу. Для этого возьмем Imager из Ozone и подвинем первый кроссовер на 200 Гц. Все, что ниже, лучше оставить в моно. И включим стереоайс и добавим расширение на второй и третий бенды по вкусу. Лучше меньше, чем слишком много. Теперь нужно расширить мой второй хэт. К слову, на первом хэте пробежки отключены, то есть убавлены в ноль, и остались они только на втором хэте. На группу Other Drums 2 накинем абсолютно стандартную настройку J37 с любимым пресетом и центр стерео. Поскольку сами звуки нормальные и прописаны, они тоже нормальные, кроме этого особо ничего не нужно. Пройдемся по FX Drums. Просто опять у всего отрезаем низ. А на Sirena и Vox Chant еще накинем стерео шейпер. Далее мастер-обработка в Ozone. Сам я настраиваю только максимайзер вот таким вот образом, а все остальное на пресетах. В мультибенд компрессоре я чаще всего выбираю аналог динамик. В динамическом эквалайзере выбираю low-end control и вот таким вот образом его немного убавляю. В стерео Imager это Enhanced Space, а в Exciter это Smooth High-End или Gentle High-End. Эти пресеты чуть-чуть докручивают мой бит, и мне этого хватает. Потом жмем все это на максимайзере, пока не зазвенят бобинцы, и убавляем на уровень, когда искажения пропадают. Когда вы фигачите максимайзером общую громкость, всегда вылезают самые проблемные звуки. Например, здесь начали выпирать хай-хеты, так что просто их убавим. Еще мне показалось, что не хватает яркости флейте, так что добавим ей немного высоких. А фортепиано, наоборот, запилим еще сильнее. С ним всегда так, у него слишком широкая, богатая гармония. Вот и все, бит готов, давайте слушать. Вот такой вот биток получился, мне он самому очень понравился. Офигенный коллаб, офигенный Kida Laser, спасибо тебе огромное за то, что ты прислал мне такой офигенный биток. Если он вам тоже понравился, то ставьте лайк, и как только этот ролик соберет 1500 лайков, я сяду делать продолжение этой рубрики. Обязательно напишите в комментариях, на какую тему мне стоит сделать коллаб, благо выбор есть. Огромное вам спасибо за то, что вы присылаете столько битов. Если вы хотите прислать бит, то, как я уже сказал, внизу будет ссылка на видео с подробной инструкцией о том, как правильно это сделать, чтобы я смог поработать с вашим битом. И еще раз огромное спасибо всем, кто присылает. К сожалению, я не могу охватить всех, но все-таки вы можете присылать. Напишите обязательно в комментариях, на какую тему вы хотели бы сделать коллаб, потому что я понимаю, трэп нравится не всем. И как обычно, напоминаю, у меня есть видеокурс. Чтобы его заказать, узнать о нем подробности, напишите мне, ссылка на меня в описании. Он стоит 3290 рублей. Обязательно подпишитесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно посмотрите вот это видео, любое видео на этом канале. В общем, ставьте лайки, пишите, понравилось, не понравилось, биты, что сделать в следующий раз. С вами был Стас, пока.